Я, ну, женщина. Как видишь, моя семья растет, множится и является свидетельницей нашей с тобой дружбы. И каждый вновь рожденный человек вбирает в свою жизнь тебя как член семьи. Спасибо. Да. И мы воспринимаемся действительно к тебе как член семьи, вашу семью как родную. Я желаю, чтобы дальше так продолжалось, чтобы по мере того, как моя семья росла, и приходилось все больше и больше. Ну, в состоянии самого родного человека. И твоя Тамара, Наташа. Где Наташа? Наташа! Наташа! Ты где? Наташа, я тебе говорю, слова. Я очень люблю тебя, Наташа, тебя, Тамара. Спасибо. Ну, а жить, само собой. Тебе 55, я уже возраст проехал. Ну, я надеюсь, что когда мы будем 60 скоро, да? Я ослелись на вот такой вот зал, чтобы собрать друзей. Ну, вновь были вместе. Спасибо тебе, дружище, что ты в моей жизни есть, в нашей жизни, в жизни каждого из твоих друзей. Пусть эти дружбы укрепляются. Всех благ тебе!